В России повышены тарифы на услуги ЖКХ. С 1 декабря в России увеличатся тарифы на коммунальные услуги, на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом. Согласно постановлению правительства, предельный уровень индексации тарифов должен составить не более 9%. Минэкономики анонсировало индексацию в сентябре. Ожидается, что следующее повышение тарифов пройдет в июле 2024 года. Это второе повышение тарифов на ЖКХ за последний год. В прошлый раз тарифы повышали в июле. В среднем по стране с 1 июля стоимость сжиженного газа выросла на 4,8%, услуг по электроснабжению – на 4,6%, горячего водоснабжения и отопления – на 4,1%, холодного водоснабжения – на 4%.